приветствую, девочки, мальчики. С вами Глафира Абрамовна. Да-да, не удивляйтесь. Смотрите, что. Опять я издеваюсь над Надюхиным прибором. Сегодня у меня экспериментальное мясо под названием свинина. Взяла кострец. Экономлю чуть. Ну, хорошо, что там и косточка есть была. Сварю супчика. И вот сейчас отбила. Немножко сюда всяких специй прочмардакала. Пускай валятся. Ох, жарко. Надюха правильно сказала, надо разогревать как следует. Я вот разогреваю. Ох. Чуть-чуть положила маслица и чесночка. А то завтра спортсменка-то проезжает и без мяса, боюсь, из дома выгонит. Ох, мы с Михалычем и новый шаг просидели. Ну, тоже не просидит, тут вредный. А тут у меня шеф будет итальянские макарошки. Покажу чай. Подождет? Конечно, подождет. Я же знаю, вы у меня молодцы. А что, Надюха, видишь, использую. Танюх, собирачка. Сейчас не знаю, будет домоган или нет. Включу эту выпадовую машину по вытяжке. И будем смотреть, что получается. Будем? Будем. Я же знаю. Ну, вот такую паутинку яичную я сегодня буду варить к ужину. Таджарин аль-вово. Там тоже какой-то рецепт понаписан опять. Там таджарин with vegetables, cooking time, ingredients и так далее. Мы уже, честно сказать, с Михалычем тут уже пробовали. Одну порцию съели, мне очень понравилось. Во-первых, девчонки-мальчишки, очень быстро варится. Кто будет в Италии, берите прям себе сразу коробку. Ну и на мясо полюбуйтесь. Что вот уже перевернула. Тут у меня уже закипело, тут перевернула, тут сейчас, ох, ну просто вся деловая такая колбаса. Угу. Отправляю тут жирыми. Ну и покажу вам, что в конце получается, ладно. Тут что-то вот прям вот уже вода закипает. А я все стою с вами болтаю. Сейчас присолю чуть водичку-то. И все. И все. И вот. Итак. Любителям терпырки привет. Мальчики. Что получается? Киданул туда кусок доброе масла. У меня Михалыч любит, чтобы все промасленно было. И как дурачок любит это вот альденто. Ну, может, как умный, конечно. Ну, знаете, мужик у меня вещи-то толк в вещах. Тут у меня кетчуп. Сама делала. Понюхайте. Расскажу, как в следующий раз, как его делать. Больше решил не покупать, а вот и самой все делать. На что деньги тратить? Представляете, пачка кетчупа, пачка одна, стоит 30 рублей. Это минимум. Это еще по акции, по скидке. А хороший так вообще 65-70 рублей. А тут получается себестоимость 12 рублей. Вот так та, что подам. Сейчас Михалыч придет. Может, винта себе красненького нальет под мяско-то. Самое то. С вами прощаюсь. О, аж рукой себе закрыла. В аутфите, видите, как он пиратском. А то вот Танька только все показывает аутфит. И я аутфит вам покажу. Аутфит для ужина. Аутфит. Все, чмоки-чмоки. Много разговариваю, как всегда. С вами была Глафира Абрамовна, которая плохого не посоветует. А у меня в заднем плане-то, видите, что? Мяско еще есть. Так что пока. Михалыч, пойдем кушать. Кушать, есть. Извиняюсь. Все, пока-пока.